лохматуха. Лохматы, правда? Они пушистые. Я вообще, кстати, зарос бы, не знаю, надо подстричься. Всем привет, народ! Сегодня у нас отличнейшие бутерброды с салом, или как его назвать, с рулетом, от мамы. От мамы. Вот, мы с женой будем это все дело кушать. У нас здесь кофе, здесь, как видите, замечательные бутерброды. Сейчас будем это все дело... Снимки, короче, уже бегут. Давайте будем начинать. Всем приятного аппетита. И ты хотела поздороваться. О, всем привет. Привет. Я собираю. Хватит и нет. Очень голодные, в принципе, это первая домашняя еда. За выходные? Или как? Ну, в принципе, да, ты работал. Угу, у тебя был тормозок вчера. Да, да, да. А сейчас расскажу все, как мы вообще провели вот эти вот наши предпраздничные дни. Давайте будем начинать. Ручка чуть придержит. Что ты делаешь? Когда кусаешь, придерживай рукой, все. Да. Мне не получается этот рулет кушать. Да, Сонька? У Соньки получилось. Сонька, глянь, какая она. Ты чего? Прям настолько все плохо? Ну, она соскучилась. А, ну да. Народ, нас не было 2 дня дома. Мы... Ну, не 2 дня, получается, ну, полные сутки, да? Мы уехали сначала к маме заехали, потом уже ж машина, уже ж можно себе позволить покататься. Набрали там банок всевозможных, отвезли пустые, пусть наполняются. Они со временем как-то каким-то чудом наполняются. Вот. Нет, сначала мы скупились к Новому году. А, поехали на рыночек по магазинчикам. В общем, накупили. Что мы взяли? Пак пива взяли, да? Что еще? Не, ну мы скуплялись, короче, у нас алкоголь с нас на Новый год. Короче, по бухлишку. Вот. Был у нас инцидент. Я увидел милиционеров, полицейских. В общем, мы оставили машину. Там, получается, надо было припарковаться. И... Как раз именно вот перекресток стоят эти друзья. Вот, меня еще ни разу не останавливали. Говорю вам честно, откровенно. Как с ними разговаривать, я вообще понятия не имею. Но я думаю, там будет все видно, все понятно. И, короче, от мысли той, что я как я буду проезжать мимо них. Иди, Сонька. Будет, нет? Да будет, она сало ж ест. Ну, если нашел, как рулять с чесноком уже, ну, ты ей курочку дал. Чеснок для кошки, это так, семечки. Короче, мы побежали в магазин. Поставил я на парковочку. Там небольшой такой заезд был перед магазином. Это все на виду у полицейских товарищей. Вот. Короче, побежали, начали покупать все, а я потом, ну, уже как бы скупили все, там очередь была, простояли ее. А я говорю, как раз выходим уже, все. А я говорю, где ключи от машины? Я говорю, у меня нет. А у тебя нет? Нет. Короче, я выбежал, получается, из салона, даже музыку не выключил. Мы пошли в магазин. Вот. Слава богу, он там сколько метров, 15-20 был от автомобиля. А вот, в общем, вышел, автомобиль стоит. Открыли, конечно же, дверь без ключа. Была вероятность о том, что дверь может захлопнуться, а ключ у нас один. Да, мы работаем над этим и скоро закажем. Вот. И, короче, все благополучно, но тряхнуло нас хорошо. И меня, и жену. В этом плане, конечно, мы... Я просто... Ты за рулем, а ты ключи не брала, как бы я их брала? Да, короче, вышли, ключи оставили в машине.
пошли в магазин покупать свои дела. И только когда уже вышли с магазина, мы тогда уже вспомнил о том, что у нас. Не, ну самое главное, что не захлопнулось, а то было весело. Ну да. Короче, какая-то беда у меня с этими бутербродами. Бля, у меня вообще ничего не падает. Или с техникой поедания, короче, я не знаю. Когда будешь втроем не доедать, я думаю, уже научишься. Просто придерживай, тренировка. И все, оно не разваливается. Ну да ладно. В общем, мы скупились, поехали до ее мамы, забрали банки. В общем, там тоже был инцидент, что нужно было заезжать. Там возле нее, получается, дорога, и одна бордюрка лежит боком. Как раз заезжает машина. Я делаю поворот. Вот, господи, слониха. Вот, пытаюсь заехать, передние колеса заезжают, а задние, конечно же, наезжают на бордюру, которая хорошая. Я прям думал, что у нас взорвалось колесо. Но, слава богу, хорошо, все прошло. Короче, весь день инциденты. Угу. Вот. Там мы недолго были, отдали банки, в общем, поменяли пустые банки на полные наполненные. Всякими помидорками, закрывашками и всего остального. Ты так рассказываешь, как будто бы просто пустые банки привез. А что мы вообще привезли? Не, ну мы скупились там. Не, ну да, мы скупились. Рыба, мандарины, что, кофе покупал. Ну да, да, да. Ну, короче, то, что было необходимо, мы это все купили. И поменяли на полное. Да. Такой равноценный обмен, я бы сказал, в кавычках. Ну. Там есть некоторые закрывашки с моим участием. А, даже с твоим участием? Ничего себе. Ой. Ой. Очень вкусный бутерброд, я вам реально говорю. Просто единственное, что у меня с рулетом с этим какая-то не сложинка. Будешь еще? Бери. Сейчас я еще не ухожу. А, не уходишь? Останешься? Нет. Ночевать сегодня будешь? Ну, ладно. Вчера не ночевала сегодня. В общем, мы потом поехали до Кумавью. На дыры. Да, у Кумы был день рождения. Вот. Сегодня у него игра. Сегодня он продолжит праздновать после игры. Ну, он футболист у нас заядлый. Со своей командой уже. Да. Не с нами, со своей командой. Играет он непрофессионально, играет он любительски. В общем, у него нормально все получается, все хорошо. И он очень доволен, полно у него. Сколько вы высчитали медалей там висит? Ну, малая сказала. 40. 40 с чем-то медалей. Короче, медалей дофига. Подарили мы роутер. Жена обрадовалась, ребенок больше намного, чем сам он, Саныч. Да, и он не такой эмоциональный человек, вот и все. Ну, тем не менее, как-то мог бы там что-то там сказать. Ой, ты первый раз подарки ему даешь. Да, Саня? Угу. Ну, посидели, обсудили, как мы будем праздновать Новый год. Просто некоторые моменты там вспоминали. В общем. Настольные игры играли. Угу. Лото называется, да? Не, как он там? Угадай, кто я, да? Угу. Как это называется? Крокодил? Угадай, кто я. А крокодил-то крокодил кто? Крокодил показывать надо. А тут общем ты вопросы задаешь. А, кстати, прикольно, надо будет попробовать тоже вот. На Новый год поедем. Вот. Обсудили, что будем делать. Будем мы жарить шашлык, будем мы варить кулеш. Я почему-то думал, мы сегодня это будем. Ну, в смысле, вчера будем этим заниматься, но нет. Не, ну не каждую неделю. Тогда будет неинтересно. Угу. Челюсти у меня так и хрустят, народ. Поэтому уж извините. Когда кусаю, бывает. Бывает всякое. Кошка теперь у тебя, может. Думаю, ты ей что-то дашь.
пошел. Нет, я ее тут кормить не буду. И наконец-то наш кум наконец-то решился тоже пойти на права. Он выбирал куда, конечно же, выбирал ближе к своему дому. Не, ну если после работы бежать, то конечно. В общем, допрос пристрастия мне сделал по вопросам, по некоторым. Ну, я думаю, все у него получится. Мы уже даже поехали с ним на моей машине. На нашей машине. Не, ну попробовали. За руль садился, катался. Ну, видишь, как бы... А мне такого приятно, не было. Тоже приятно, что сподвиг. Да, мне такого не было никому. Было дать свое кресло, рулевое колесо. Нет. Не получается у меня. Ни хрена. Мне надо надрезать это, знаешь, как ребенку. Пожевать еще может. Роутер Xiaomi. Кому интересно, 4S, да, по-моему, 4S? Не знаю. Ну, 4. Угу. Ну, и там разные какие-то. У нас 3S, по-моему, у меня 4. Ну, в общем, короче, лучше, чем у меня, как я понял. Пускай будет. Но он почему-то отказался его настраивать. Вот, потому что нужно звонить туда провайдерам, рассказывать, что у тебя там приключилось. Тыкать, мыкать, короче, через компьютер. А, кстати, куда компьютер делся их? На их месте, на его месте компьютера стоит просто елка. Переставили. Я не обратила внимания. А куда? Ну да ладно. Не на улице. Ну, кошмар, что так наелось, но зря два. Чего? А я вот не зря. Я попробую сейчас этот еще впороть. Это было. Не, ну много как-то. Здесь уже сальцоно такое. Не, сальцоно вкусное, но вот в плане... Зато красиво, рулетика. Да, в плане вот кусабельности, или как правильно сказать. Придерживаю вторую, видишь, так... Эстетика. Концу и научишься, да. Будешь мастер поедания бутерброда. Ну. Не знаю, мы подумаем насчет каких-нибудь, может быть, малой вот эти взять, фейерверки, петарды. Ну, посмотрим. Что я сейчас придумаю вместе с вами? Видишь, ты покушал, стал хорошо работать. Хоть я и на машине, мы пили вечером. Я пил до 10 часов, у меня была планка. 10 часов, все. Я отвернулся и пошел спать. Да, мы еще кино смотрели. Угу, с пивом. На Новый год что мы взяли? Мы взяли пиво, мы взяли, как называется? Самбука. Шампанское. Шампанское, да. И вино. Что значит есть вино? Не, ну туда машину. Ну и что? Не, ну... Ну вино что будет? Так, ну то, что захочет пить. По спиртному так. Вот так. Минералка, пепси, да. Такое-то уже набрали, чтобы сразу стояло. Угу. Думали-думали без машины на Новый год, да? И придумали, что поедем мы на машине. Не, ну, уже привыкли на машине. Не, ну, тем более, вот, 1 числа толком же ж ни автобусы ходить не будут. Ну, да ты потом домой пока доедешь, уже ничего не забудешь. Мы можем еще таксануть. Ну, так ты спокойно сядешь, тем более, домой уже ближе к вечеру вернешься в любом случае. Ну, да. И все. Довольные, сытые. Ну и тут ее, ты ж бросишь, будешь переживать, как твоя малышка. Угу. А там будет стоять под окошком,
Моздулька. Погода вообще дрянь. Машина вся грязная. Весь снег, который выпал, потаял. В общем, фуйбе. Не, ну там, где люди ходят, еще есть снежок, а где машины. Угу. Не, ну, кстати, вот сегодня в частном секторе, там вообще, вот когда ехали, красиво снежок. Угу. Что такое? Фунька. Мне понравилось, как я спала днем. Подбивает, крикнула. Кормите меня. Не, ну она спит, получается, жена. Я наблюдаю такую картину. Она на боку спит, подходит кошка, медленно прям идет к ней, становится вот так вот, морда в лицо, и вот так вот хрикивает, так мяу, мол, типа, знаешь, хорош спать. Не, ну у меня прям четко такой дневной сон с 2 до 4. Не, ну это было прикольно, конечно, наблюдать. Не, ну, видишь, такой будильник у меня. Не, ну по утрам оно, с одной стороны, конечно, не очень нравится, когда оно начинает лазить, но с другой стороны, когда тебе вставать на работу, оно быстрее поднимаешься. Она что лазит, она ж не орёт. Ну что, она бывает и орёт. Бывает лапой морду. Не, ну всё равно я имею в виду то, что на работу не проспишь. Mm-hmm. Да, Соня? Ты помощница, да? Да. Ой, кружка саботок. Да я не знаю, куда оно там помещается. Там я ведерко понесу. Ведерко? Сразу. Да. Классные бутербродики. Все. Да. Народ, молодцы, что были со мной. Приходите еще. С вами был я, долбанный Сеня. До новых встреч. Приходите еще. И здоровья вам, конечно же, друзья. Не кашляйте. Всем пока. Пока.